Сегодня грантовая комиссия рассматривает заявки фермеров Алтайского края на развитие хозяйств. Всего между хозяйствами распределят 210 миллионов рублей. Они пойдут на увеличение поголовья скота, оснащение техникой, ремонт помещений и создание новых рабочих мест. На господдержку претендуют 50 фермеров. Кто из них и в каком объеме получит субсидию, решит комиссия. Программа поддержки фермеров работает в крае четвертый год. За это время почти 200 человек получили гранты. Это сегодня та программа, которая нужна для села и в первую очередь в тех селах, где когда-то было ликвидировано животноводство. В первую очередь отрабатываем направление, это молочное и мясное. Но также, в принципе, не исключаем овцеводство, коневодство и другие, как бы, направления.